когда-то, еще до потопа, до того, как Ноев ковчег причалил к горе Арарат, здесь клокотала раскаленная лава, как в громадном котле. Потом затихла, остыла и замерла. Желтые скулы, до блеска обтертые временем, каменные кости земли, гигантский след катастрофы. Вода точит камень, с трудом пробираясь в расселинах, понемногу уносит то, что удается ей смыть. Брызжет, бьется, собирается вместе, клокочет мутным потоком, как будто от злости, что ее слишком мало, что все равно ей не справится. Ветер потихоньку выветривает, сдувает тонкую горную пыль, колеблет былинки на прорезанных морщинами каменных лбах. Из бесформенных скал вырубали квадратные камни. Вьюками, спотыкаясь, тащили их по горным тропинкам наверх. Складывали из этих камней прекрасные храмы. То, что строят из прочного, прочно. Из вечного, вечно. За храмом Гигард пещеры. Монахи вгрызались в скалу, как кроты. Там до сих пор пахнет ладаном. У обветренных стен запах солнца. Вышивали по камню, плели эту вязь. Звери, растения, листья, зыбкий и дышащий мир, живая окаменевшая плоть. Снова четкая плоскость стены. И на плоскости неожиданно, запомните этот мотив, расцветший прорастающий крест, оживающий камень. Каждый храм как изделие, резная шкатулка из камня. Их можно взять на ладонь и потрогать. Внутри эти храмы просты и величественны. Запрокините голову и увидите купол и копоть веков. Обойдите вокруг, пройдите галереями, равномерно пересеченными тенью аркад. Вы поймете строгую логику, изящный и точный замысел каждого дома. Их строили Богу, остались они для людей. Вы поймете особое настроение вечности, жизни и вечности, солнца и камня. Самое неподвижное, стойкое – камень. И самое зыбкое – свет. Самое текучее – время. Еревану 2750 лет, но город это в сущности новый. Так же камень на камень, как строились храмы, только во сто крат быстрее, воздвигает дома, прорубает проспекты, освобожденная энергия свободного народа и города. Город мог задохнуться от жажды, но сюда сбежались ручьи. Вода хлынула из глубоких колодцев, кристальная, чистая, целебная, говорят, вода Еревана. Город вздохнул и расцвел.
Из-за Гомера спорили 7 городов. Из-за Саят-Нава спорят 3 города. Но родился он здесь, в Ереване. Не всем мой ключ гремучий пить, особый вкус ручьев моих. Не всем мои писания чтить, особый смысл стихов моих. Не верь, меня легко свалить, гранитно твердь основ моих. Саят-Нава смотрит на улицу, как на свой собственный сад. Он смотрит на улицу, названную его неумирающим именем, и как будто видит плоды своей изящной фантазии, слышит свои живые стихи. На улицах и площадях Еревана принято ставить мемориальные стелы в память людей, в память событий. Но вглядитесь и вспомните. Оживающий камень – символ Армении. Город в горах, как в колыбели. Городские дороги незаметно, естественно, переходят в горные тропы. Теперь их называют шоссе. Вдоль основательно сложенных стен, мимо виадуков, выше, как на гребень волны. И опять снова вниз, водопадами, лесенкой, снова в каменный город. В город, которому почти 3000 лет. Правда, эти тысячелетия, скорее всего, же в памяти, чем в самих камнях. Но здесь эти камни сразу приобретают особое свойство. Когда они вложены в стену, начинает казаться, что они лежат очень давно. Даже самые новые, современные здания насыщены здесь этим свойством. Ведь то, из чего они выстроены, веками просушено горячим солнцем армянских нагорий. О камни, вы сама история. Мы жили в бедах, в нищете, и здания траурные строили, как памятники темноте. Творцы с глазами обреченными стирали кровь и пот со лба, и камни в стенах были черными, как наша черная судьба. Черны монастыри задумчивые, и храмы древние черны, и проступает в них измученные моей Армении черты. О камни, траурные, черные, полов и потолков и стен, захватанные, закопченные, со вмятинами от колен. А где-то праздничные, разные, забившись тихо в уголки, в земле таились камни радости, как бы под пеплом угольки. О камни, спавшие веками, и время знавшее суровое! О камни, розовые камни, сиреневые и лиловые! Но вы из мглы подземной выбились, вам не пристало быть во мгле. Наверх, на землю, к людям вырвались, и стало радостней лиле. И новых стен цвета весенние, под цвет весенних наших дней, и вся судьба моей Армении, как и судьба ее камней, своими добрыми руками их пробудило время новое. О камни, розовые камни, сиреневые и лиловые. Новое время по-новому строит дома. Но каменная бесконечная вязь также продолжает украшать и опоясывать город. И, продолжаясь, меняется. Одна бесконечная цепь, но каждое звено этой цепи иное. Меняется время, сохраняется стиль. Но и стиль приобретает очертания времени. Самое главное, новое, что есть теперь в Ереване, город задуман и сделан по единому плану. Каждый цветник, каждая скульптура
возникают поэтому здесь совершенно естественно. Люди из бронзы застыли над городом. Они слушают музыку города, спокойное дыхание города, спокойный его разговор. Что-то очень хорошее, умное, добрые руки сделали с камнем, утопили в цветах. Накрыли водой, так, чтобы он засветился. Можно подумать, что здесь, в Ереване, в воде посвящен настоящий культ. Целая система обрядов, которые иногда очень причудливы. Теперь, однако, в ходу геометрия, строгость. Вода остается водой. Чистая – это бесспорно. Вкусная – наверняка. И, как утверждают местные жители, ереванская вода излечивает массу болезней. Бурная история была у Армении. Бурная, трагическая, как может быть у немногих народов. Спокойствие теперь опустилось над этой страной. Спокойствие опустилось над городом. Вечером он не мелькает, не суетится. Он светится. Ни длительной жизни я не желал, ни богатств у мира я не просил. Но каждый мой вздох мне смертью бывал, коль я его народу не приносил. Только осуществленная мечта может быть так спокойна и так уверенна. Один великий скульптор сказал о своем ремесле: «Я беру камень и отсекаю все лишнее». Так и работают армянские каменщики, высвобождая из камня то главное, что в нем содержится. Крутые лбы мудрецов, мощные руки исследователей. Бесформенному они придают законченную форму стены. И разве лава не для того клокотала, не для того застыла базальтом и туфом, чтобы из этого хаоса был вырублен чмядзин? Величие целого и изысканность в мелочи, в каждой детали. Из хаоса слов народ-строитель построил свой эпос о Давиде Сосунском. Конь Давида копытом опрокинул чашу терпения. Что пролилось оттуда, вода или слезы? Но камень расцвел. Хорошая память только тогда преимущество, когда она сочетается с умением думать о будущем. У армянского народа великолепная память. Каждый школьник здесь знает, что такое Матеда-Даран – бесценное хранилище рукописей. Но каждый школьник здесь знает, что тогда только камень живет, когда из него строят новое. Не останавливаясь, не уставая, как строится теперь Ереван.